Вы только посмотрите, какое прекрасное воскресное, осеннее и такое солнечное утро. Слышите, как поют птицы? Слышно вам? Солнце настолько яркое, что я смотрю вот сейчас в камеру и абсолютно ничего не вижу. Вообще. Вот так очертания домов вижу, а больше ничего. Солнце просто слепит глаза. Очень люблю вот такое начало осени, когда она сухая, красивая, такая без дождей, яркая, безветренная. Хотя небольшой ветерочек есть, но он как-то вот не мешает особо сегодня. Еще только начинают краснеть, желтеть деревья, но скоро все уже осень. Позолотит, разукрасит яркими красками. Будет еще красивее. Нужно будет съездить в Кадриорг, пошуршать там листочками. У нас вот там напротив растет клен. Если не забуду, вставлю фотографии. Я вчера фотографировала вечером. Ух ты, как громко. Это галка, по-моему. У птиц тут с утра свои какие-то дела намечаются. Если не забуду, я обычно там скажу, но забываю поставить какие-то фотографии. Постараюсь не забыть. Вчера фотографировала вечером. Вот там прямо растет клен. Он не красный, он обычный клен. Но всегда клены желтеют, краснеют. А вот этот клен, вот там вот напротив, верхушка всегда красная. Причем, вот, знаете, такая ярко-ярко, ну, уже где-то к началу октября верхушки деревьев будут ярко-ярко красные на этом клене. Сам вот. Снизу листва еще такая зеленоватая, зеленая. А да что ж ты раскричалась-то? А вот самая крона деревьев, она будет такая вот красная, как будто просто краски вылили на нее. Сейчас еще не так видно. Но все равно фотографию постараюсь поставить. А когда будет совсем красно, вот я люблю осенью наблюдать за этим кленом. Тогда снова выложу эту фоточку. Совсем ничего не видно в объектив. Петунья тут моя уже все. Начинает хереть. Жалко, но ничего не поделаешь. Сейчас вот продается вереск. Очень красивый. Куплю вереск сюда или посажу, или поставлю прямо в горшочках, и вот у меня будет здесь всю зиму. Потом он уже будет такой, такого вида, как будто он искусственный цветок, а вот поначалу он такой нежно-розовый, красивый, а потом темнеет цветы на вереске. Вот это такое коротенькое сегодня утреннее видео. Всем теплой, солнечной осени желаю. Ну и будем здоровы, конечно. Пока-пока.